Всем доброе утро. Яра тут с утречка, не спавши, прискакал делать яблочный сок. Вчера же не даром ходил целый день. Чудо. Тихо, только тихо, аккуратно. Становись вон. Держишься? Чтобы такая же машина получилась. Как это. Я ему, правда, помог немножко, пунктиром там нарисовал, чтобы ему было. Ну, пока он сам пунктирует. Да, пока ему тяжеловато. Да. Угу, молодец. Угу. Вот сзади, вот здесь, где колеса делают. Давай. Папа, снимай. Что дальше? Угу. Что за буква? Дальше, пиши дальше. Хорошо. Хорошо. Сима в 5 утра встала. Ты хочешь на меня? Я еще не красилась, надо честно говоря. В 5 утра встала. Пошла туда быстро. Ну, если начала здесь этот она. Ну, туда, я ее выпустила. Ладно. Она покушала. И обратно. Но я сорвала разницу в 5 минут, 6 минут. И главное, оттуда там типа ноет. Ну, нет, не дергается, а просто ноет. Я ей открываю дверь, я думаю, все, Сима, я с тобой даже разговаривать не буду, я сейчас тебя опять закрою в туалете, чтобы ты не начинал здесь общение с 5 утра. Я открываю, она оттуда бегом сюда забежала, спряталась и до 9 утра спала. Типа, все, я сама поняла, что надо дальше спать. Типа, поела. Сделала? Молодец, вот сделала. Маленький. Теперь маленький. Это прописная буковка А. Теперь маленький. Или нет, это не прописная, это просто печатная. Да. А. Это большой, он большой сделал. Молодец. Теперь маленький. Все, давай. Теперь маленький пиши. Отказался со мной делать уроки. Раз папа дома, значит он делает с папой. Угу. Аккуратно. Папа, ой-ой. Рыба! Рыба? Спать будешь? И рыба. Рыба, ага. И за рыбой. У нас уже третьи сутки погоня за рыбой. Не как мы. Мы со школы в прошлый раз шли, Яра там начал нам дергаться. И мы бегом. На эмоциях, он эмоции, конечно, он там справляется с эмоциями. Он там... Да, детишки, как вы говорите, детишки тоже к нему. Хорошо. Просто да. Он потом не справляется эмоционально. Так что еще неизвестно, это вы бы видели, как всегда бывает, как они бегают это, в коридоре, орут, визжат. Нет, я поставила здесь, да? Я вот такое сейчас заметила, но это будет вот в этом ролике, это до этого. Uh-huh. Там, знаешь, как получается, я, правда, детей закрыла. Они, главное, что явно бегут в туалет, вниз спускаются, мы в этот момент поднимаемся. Они разворачиваются, забывают, что им надо в туалет, да, и девчонка, и пацан. И бегут, бегут обратно, бегут, типа, предупреждать педагога, что этот... Ярослав идет. И забегают в класс с ними вместе, и там даже педагог говорит, слушайте, типа, что вы все на него накинулись? Типа, они там начинают все с ним здороваться резко. Она, Ольга Александровна там говорит, она, то есть, как бы, она говорит, что, типа, отстаньте от него, дайте ему прийти в себя, да? То есть, как бы, вы чего вы так на него налетели? То есть, они наоборот, они, кстати, абсолютно дети,
Я говорю, дети намного адекватнее. Честно говоря, прежде чем провести встречи с Ярославом, были опрошены все родители. Ты громче говори, потому что ты зал, да. Зал тебя будет хуже. Были опрошены все родители. Все родители дали свое согласие. Думала, но они договорились. Они, во-первых, все это знают, еще с первого класса было. Но у нас не получалось как-то, потому что и председатель родительского комитета с родителем приходила к нам. Они знают его прекрасно. Ну, мы тут, ну, в поселке большинство родителей, дети нас, в принципе, знают. Просто первый класс была первая смена, и мы не ходили. Ну, не получалось, да, у нас как-то. Большое количество детей. Плюс еще, да, школа немножко ерепенилась. Еще наш статус как-то они не хотели определять. Просто в этом году они уже были вынуждены определить наш статус. Ну да, уже как его полноценного члена. Они этой школы, этого класса, да. И уже понимаю, как-то они, может, сами почитали, посмотрели, они по-другому сами переоделись. Если раньше там стоял вопрос, что вы же на домашке, поэтому вы не должны ходить в класс, а в этот раз они наоборот сами говорят, что дирекция школы думала, что мы все равно... Делаешь, молодец, пиши. Мы просто с мамой разговариваем, с нашими подписчиками. Ты пиши. Сделал? Она, мол, умница. Давай теперь. Постарайся. Да. Когда камера у тебя нет, ты можешь сейчас на меня не направлять, я просто для тебя. Просто камера у нас немножко, у нее микрофон с этой стороны, поэтому глуше. С той стороны, поэтому погромче оттуда говори. Давай я. А еще из каких чисел может быть состав, число 3 состоять? 3, правильно. А еще каких чисел? 3. И? 2. 1 плюс 2 сколько будет? 3. Правильно. Яра, а если поставить 1? Легко. Смотри, 2 плюс 1 будет 3. А если поставить 1, то какое число будет? 2. Тоже будет число 3? Молодец. Так, хорошо. Усложняем задачу, которую ты точно сейчас не справишься. Яра, давай я прервусь, только следи, глотай, вот, пожалуйста, слюнки. Слюни глотай, и вот это вот свое... Да, это не надо. Это твои эмоции. Это не дурость, это просто ты не знаешь, как правильно выражать свои эмоции. Давай, число 4. Четыре. И сколько? Думай. Какое число должно быть, чтобы получить число 4? 4 и... Нет, думай. Нет. Ну, 4. Правильно. А зачем говорить, что это? Ты, он берет 2, говорит 3, а в итоге 0. Чтобы не ошибиться. Угу. Чтобы на камеру. Понимаешь, давай. Ты начинаешь это, ты начинаешь ошибаться. Хорошо, молодец. Нет, не надо. Не надо. Нет, давай, ты умница. Давай. Дальше еще. Еще какие числа? Еще числа, чтобы получить число 0. 4, извини. 2. Угу. И 2 и сколько должно быть, чтобы получить число 4? 2. Правильно. А еще какой вариант есть? Еще какой остался? 2. Нет, вот тут. Один. Сколько? Один. Не, ну это уже баловство. А второй вариант какой еще может быть? Эти. Угу. И? Эти. Да. Но ты правильно сначала начал. Бывает, можно сделать тройной состав числа. Это если 1 прибавить 1, сколько будет? 2. А прибавить еще 1, сколько будет? 3. Да, 3. Но мы сейчас двойной состав делаем, поэтому. А это получается... 1 плюс 1 плюс 3. 4 будет, да. Если 2 плюс... 1 плюс 1 плюс 2. Ты 1 плюс 1 да, плюс 1. Фу. Ладно. Не, он поставил, говорит, 4, а я имел в виду про 1, поэтому думаю, что-то не то. Все. Да, получается тройное. Это. Если по единичке будет... Ну, 1 плюс 1, 2 будет 4. Да, не учи меня тоже, мне начинает. Поехали, я. Сам ты такой, да. Давай. Начинай. Состав числа 5. И какое второе число надо? Думай сразу. Думай. Нет, думай. Если ты 5 прибавил, у тебя должно быть число 5 получиться в сумме.
Ну а зачем ты перебираешь, понимаешь? Смысл? Дальше. И слюни глотай. Глотай. Нет, не, не вытирай, а глотай. Дальше. Дальше. Из каких чисел можно получить число 5? Дальше. Кличку поставим. Так я и готова. И что это такое сидит-то? А что-то холодно, сейчас минус 4 вроде, пока минус 9 там отчаяется. Ветер, наверное. Ну хоть похолодало, а то непонятно, плюсовая температура, дождь идет. Шарф взяли маленький, летом закрыли пока так. Эй, бабулька! Бабулька! Да, что-то замерзли, решили прийти. Да. Садись, выбрать что-то, хочешь покушать? Ну, иди сходи. Яра поел, да, Яра. Не стал много есть. О, спасибо. Хорошо. Это комплимент от кафе. Такой нам комплимент от кафе принесли. Все, мы вышли. Выпиваем. Андрей практикует, как я, да, хожу с ним с коляской, ну, да, с телефоном, с коляской. Аккуратно. Убьешь ребенка сейчас. Яру закуп. Пойти красиво, да? Ага. Он говорит, поснимай, хотел красиво тут. Все, ладно. Отлично буду. Красиво хотел пойти. Вот смотри, как я иду. Видишь? Минус 7 там пишет это. Даже? Да. Еще сколько добавить? Если еще добавить. А зачем на распашку? А одевайся, жарко. Mm. А мы все ищем рыбу. Да. Как говорится, как мы и говорили, что по темноте, да? Так, а что тут уже 4 часа? Уже темнеет, сейчас все, 5-й час, да, по-моему. Мы красиво сделали, да? Да. Оформили, не знаю, да, передаст, оформили, не передаст. Ага. Все, это, в принципе, прикольно. Так по кругу. Ну да. Выйдем, по кругу. Хорошо. Ну ладно, побежали.
Все знают. А вот нужно крышкой накрывать на 5-7 минут на одну сторону. Поджарили прям с корочкой, чтобы она не развалилась потом кисе. И крышкой прям накрываете. Вот по этому обрезку, который мы сделаем. Вот, крышечки мелко вставляются. Она вон сейчас выползет у вас. Не хочет. Вроде хорошие пакеты. И вот. Да сними ты ее, на. Я уже устал, что ли? Помельче? Помельче. Клади. Реакция на ковид, да? Кто-то чихает, это. Вот людей довели, да? Каждый чих, этот же. Да, я не знаю, только никто не пользуется ей. Я аккуратный. Яр, это не надо мне. Яр, не надо это. Пробейте, пробейте. Кстати, там своему сникерс голубой. Да, ничего. Хочешь ты? Нет. Еще, последний раз. Выпал, сгибайся. До конца, подожди. Распрямляйся. Еще до конца распрямляйся. Не на мне, Яр. На меня не падай. Давай, подъем делай. Удержи себя на коленях. Поехали. Давай. Еще подъем. Подъем. Второй руки правую. Выпрямляй правую, выравнивай. А ты правую, выровни ее. Поехали. Еще. Так распрями ее руку. Я тоже. Тем более. Давай, еще. Подъем. Тушканчик, давай.